عمر بيني يموت كي خلابي تلبري خطرون هاليلويا وشدنا هاليلويا با عميد كافيني يدو Иисуса Христа. Да благословит вас Господь, всех приходящих с утра к Нему. Славе Тебя, Божье,
славить Господа нашего. Аллилуйя. И благослови Господь этот эфир. И, пожалуйста, я предаю его в руки твои. Ты веди этот эфир так, как ты хочешь. Наш очередной выпуск «Время с Господом», где мы будем искать твоего лица, где мы будем жертвовать тебе время, где мы будем жертвовать тебе наше смиренное и сокрушенное сердце, где мы будем соединяться с тобой в Духе Святом, где мы будем слушать твое слово. Из уст твоих верю я, из уст твоих. И поэтому я прошу благословить этот эфир, наполнить его собой, наполнить его божественной шехиной, божественным присутствием, подняться во мне и снизойти ко мне с небес. Прошу благословить, Господи, этот эфир, привести в него тех людей, которым это слово будет нужно, необходимо. В записи или сейчас приведи, Господи, как ты хочешь, тебе власть, твоя власть, твоя сила, истина твоя, Господи. Сегодняшняя тема во имя Иисуса Христа. Тема наша – власть истины. Мы сегодня, как обычно, будем читать Библию, если Бог даст нам, поведет наш эфир, продолжать чтение 8 главы Евангелия от Иоанна. Но прежде мы, конечно же, будем искать лица Господнего, как мы всегда это делаем, соединяться с Ним и прославлять Его. Знаете, что я хочу сказать, друзья? Я этого еще никогда не говорил. Но сегодня как-то утром, благословенное утро, это как-то открылось по-новому. Истина о том, что есть главное дело человека на земле. Вот мы сейчас будем заниматься главным делом человека на земле. Разумеется, для каждого как бы есть свое главное дело. Кто спасается сейчас из огня, ему сейчас главное дело спастись. Из огня, кто на войне, главное дело остаться живым, да? У каждого свое главное дело, кого детей отвезти в садик, в школу, кому на работу, для кого-то работа главное дело, для кого-то еще что-то. Достижение каких-то своих целей, те, которые он ставит себе на первый план, достижение каких-то производственных задач, семейных задач и так далее. Но, друзья, это все как бы сиюминутные тактические задачи. Но главное дело наше стратегическое, то, ради чего мы сотворены, то, ради чего мы поставлены здесь, на нашем месте, посажены, поставлены, живем ради чего? Ради нашего главного дела. А главное дело, мы созданы для того, чтобы прославлять Творца нашего. Вот в этом, друзья, смысл жизни, который ищут многие, искали в течение тысячелетий. Искали и не находили, а кто-то искал и находил. Так просто, друзья. Мы созданы для того, чтобы славить своего Творца. Славить своего Творца. Это удивительная истина. И я вам скажу, какой от этого толк. Дело в том, что Творец наш, Он сотворил этот мир, Он сотворил человека для того, чтобы человек восхищался Творцом. Бог ему дал все. И жизнь, и тело, и душу, и среду обитания, и небеса. Человек имеет все. Естественно, Богу угодно, чтобы человек это оценил и прославил. Вот сейчас Бог на нашей земле, Он еще не прославлен так, как должен. Я имею в виду качество прославления. Вот когда вся земля будет прославлять Господа, тогда на этой земле возникнет удивительная жизнь,
который в Библии называется «Царство, Царство Божье». Вот сейчас все люди, все нормальные, здравомыслящие люди, они заботятся о том, чтобы сделать свою ли жизнь лучше, жизнь их семьи или жизнь своего государства. Они все этого хотят. И каждый работает как бы на своей делянке, да, кто сапоги точает, да, кто детей учит, кто лечит больных. Это все правильно, это все надо, да. Но надо за тем, чтобы воздать должное Творцу, который и так все дал. Знаете, первый Адам, первый человек Адам, когда был сотворен и помещен в Эдемский сад, он не имел нужды ни в чем. Он все имел, ему даже работать не надо было. Бог его поставил просто смотрящим над этим великолепием. Вот это главное, друзья. Воздать должную славу Творцу. Ну, это включает в себя, конечно, и смирение перед Его волей, перед истиной, потому что истина наша есть Бог. Бог, Иисус Христос, это истина. Он о себе так говорит: «Я есть истина, путь, истина и жизнь». Путь куда? Вот туда, к прославлению Отца. Человечество сейчас идет путем к познанию Бога, для того, чтобы Его познать и прославить Его. Что такое прославление? Прославление – это признание человека, Бога. Это восхваление, это признание Его заслуг. В должной ли мере мы воздаем это признание Господу нашему, который все сотворил для себя, все обеспечил. Ведь мы не можем без Бога прожить даже маленького короткого времени, потому что Бог является жизнью, дыханием жизни для нас. Как написано, сотворил Бог человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Бог дает постоянно нам дыхание жизни. Если бы мы действительно понимали сейчас истину до конца, то, как она есть в реальности, а этого пока никто из людей до конца не понимает, есть только разные степени приближения к этой истине, то мы бы удивились, насколько все во всем есть Господь. Полнота обитающего все во всем. То, что Господом проникнуто все, все живое, все творения. От маленькой, самой маленькой букашки до травинки, которая зеленеет, потому что в ней живет эта жизнь, до огромных-огромных галактик. Это удивительный наш Бог. И вот если бы мы это познали, что наша жизнь всецело в Его руке, вот мы славили бы Его беспрестанно, постоянно. Чем и занимаются на небесах ангелы, для которых все открыто, которые видят перед собой Господа и понимают, насколько велико, велика Его слава, которую видит, это велика Его роль, что без Него здесь ничто не обходится. Какой великий, прекрасный Господь! Но от нас Он скрывается. Почему? Потому что Бог так захотел дать человеку свободу выбора, свободу воли. Если бы Господь нам сейчас открылся, мы бы все пали перед Ним ниц. Тогда бы уже ни о какой свободе воли не было речи. А в это время. То сейчас Бог прячется от нас. И человек
выбирает. Мы живем в эпохе духовной, которая называется эпоха познания добра и зла. Человек должен вкусить и добро, и зло, сделать свой выбор, экзистенциальный выбор, добра или зла. И когда человек совершит этот выбор в пользу добра, через Бог его будет еще испытывать, воспитывать, очищать и приближать его к себе. И все для того, чтобы в какой-то момент Бог открылся человеку во всем своем великолепии. Итак, самое главное дело в жизни – это прославлять Бога. Это прославлять Бога, чем мы сейчас и займемся. Прославлять истину, потому что все мы живем истиной, все мы им живем, движемся и существуем, как сказал апостол Павел. Независимо от того, верующий ты, неверующий, если ты живешь, то ты живешь силой Бога, потому что Бог есть даятель жизни. Если ты чувствуешь, ты чувствуешь силой Бога, если ты дышишь Его дыханием. И человеку открыта возможность познавать истину, познавать то, как он устроен сам, и познавать своего Творца. Вот вчера я молился, где-то мы ехали в автобусе, где-то час я молился, и день прошел совершенно как-то необычно. Вот когда человек молится или поет Господу в течение часа или больше, все как-то становится иначе. Ты приближаешь небеса, к тебе сходит шехина, присутствие Божье, и оно меняет качество твоего дня. Thank you.
Через суды, через войны, через пандемии. Но к чему он ведет? К познанию Бога. Цель Божья в этой жизни – нас сотворить, что он сделал, и нас обучить, нас воспитать, нас спасти. То есть ввести познание истины, познание Его, Творца нашего, полной реализации Его – получить эти откровения и воздать славу Творцу. Получить эти откровения, познать Творца, насколько Он велик, насколько Он всемогущ в нашей жизни, что им все движется. Все. И прославить Его. Вот наша глобальная цель, друзья. Вот к этому Бог нас ведет, творя человека по образу и подобию Христа, своему. А во Христе эта полнота Божества, слава Божества отразилась полностью телесно. Насколько это возможно в человеческом теле. Вот сегодня мы будем читать Евангелие от Иоанна, как истина отразилась во Христе. И как чувствует себя человек, когда ему открыто это истина о всемогуществе Творца, о
себе самом. Прихожу к тебе я с хвалою на небеса, твои открыты, а любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою, аллилуйя, чудеса твои. Thank you.
Господь Эммануил. Ты царь царей, Господь, Господь Эммануил. Буду петь тебе я вечно. Радуюсь тебе, и
прославляет тебя душа, восхваляет тебя душа. А самый тебе царь царей величает тебя душа, прославляет тебя душа, восхваляет. Я прочитал в Библии, что ангелы поют хвалу Господу день и ночь. Я удивился, как так можно петь день и ночь, ты же устанешь. Да? Человек устанет, это понятно, да? Но нам трудно это понять, нам трудно это вместить, что мы можем понять, когда человек пребывает в состоянии восторга. В состояние экстаза, он входит в экстаз, экстатический такой. Вот, простите, может быть, кому-то покажется мое сравнение некошерным, ну и пусть. Вот когда мужчина или женщина испытывает оргазм при половом акте, они, как правило, говорят, вот по фильмам можем, о май гад, о мой бог, какое-то удивительное состояние. А тут, представляете, вы, ваш экстаз, он все более увеличивается, постоянно он не прекращается. Это удивительно. Человек не может вместить столько эмоций, но, оказывается, может, да. Человек во плоти не может, но дух может. Постоянно оргазмический экстаз. Высшее проявление. Но это даже невозможно описать на самом деле. Потому что человек сам поет, душа у него поет. Он не может не петь. Вот я запустил на своей странице кусочек книги, фрагмент книги Бенни Хина о Кэтрин Кульман. И он пишет о том, как он впервые столкнулся с этим, когда на человека находит Дух Святой, Шехина, и он не может ей противиться. Он сам, не планируя это, он сам начинает славить. Он начинает славить Господа. Я не знаю, если кто из вас переживал такие состояния, когда тебе хочется славить духовное состояние, когда ты не можешь не славить. Но пока Бог скрывается от нас, для того, чтобы мы Его искали, для того, чтобы вот мы в таких поклонениях, прославлениях встречались с Ним, наполнялись от Него силой жизни, энергией жизни, духом, исполнялись духом. Покой,
чтобы дать душе покой, свое сердце для Иисуса. Ты открой, да, ты открой, нежно голос тот звучит для тебя. Он говорит, свет любви его святой еще горит, всегда горит. Он зовет тебя живой, чтобы дать душе покой, свое сердце для Иисуса. Стою у дверей, сердце вашего, говорит Иисус, и стучу в него. Кто услышит стук мой и откроет свое сердце, я войду в него вместе с отцом своим и станем вечерем там, станем там жить. Амэ дэлэги фана, аки сэрва дэлэги тахару, амит крифа рэхаподэн кара, амит сарав тоя. Блаженство твое превыше всех удовольствий мира. Нежно голос твой звучит, о любви он говорит. Свет любви твоей святой еще горит, всегда горит. Нежно голос твой звучит, для тебя, мой брат и сестра, он говорит, свет любви его святой еще горит. Свет любви его святой еще горит. Он здесь, она, Иисус здесь, здесь он, здесь Господь, он живой. Он воскрес, он среди нас. Все колени преклонятся, все уста исповедают, что ты, Иисус, ты Господь. Все колени преклонятся, все уста исповедают, что ты, Иисус, наш Господь, Господин наш. Вся власть предана Отцом тебе. Твои открыты, а любовь твоя сильна, ты велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Сыр не враг, лет носа, вехевца куль, азай мелех, живу не край. Господь всего, что есть и было,
повел тебя к старю. Когда закончишь это все, ты будешь тем, кем ты был. Когда если творит любовь, ты был, есть и будешь ты вершиной истины любви и красоты. И причем желание петь будет все больше и больше возрастать. Желание славить Господа, если при условии, если мы поем в Духе Святом, то есть для Господа, и Он сам приходит, как я говорил в прошлый раз, в это поклонение. Он сам ведет это поклонение. Ну, сейчас просто у нас немножко другие цели. Мы сейчас задекларировали, что почитаем Библию. Поэтому мы сейчас будем этим заниматься. Аллилуйя. Отец, благослови, пожалуйста, наше чтение Слова Твоего. Даруй нам духа премудрости, откровения. Открой нам ум к разумению Писаний. Открой нам ум к разумению Писаний. Аллилуйя. И благослови. Шалом Хаварим, пишет Натан Полищук, прославляем Ишуа, амен. Благослови, Господи, наше проникновение в познание, в Тебя. Благословляем Твое имя, Господи, и просим Твоих благословений на познание Твоей истины. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, продолжаем
читать с 21 стиха. В прошлый раз мы читали о том, как Иисус, начало этой главы, учил в храме, и к нему подошли фарисеи, и хотели его искусить, подловить, поймать, привели ему женщину, взятую ими в прелюбодеяние. Сказали: «Что ты скажешь, Господи? Закон повелевает побить такую камнями». Иисус мудро сказал: кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Как и велит закон, первый — это значит тот, кто, пусть первый бросит камень, тот, кто по закону должен, кто видел своими глазами. Потом уже остальные. Иисус так и сказал: первый брось камень, если ты без греха. И они ушли, они рассосались, потому что были обличаемы совестью. Иисус сказал: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, и я не осуждаю. Иди, но впредь не греши. И фарисеи ушли, ни словом нахлебавшись. А Иисус начал говорить о том, кто он. И вот это конкретно касается нашей темы. И он говорил о том, что я есть свет мир. Вот как это понять, свет миру? Вот это понять солнечный свет? Или это какой-то другой свет? Какой это свет? Друзья, наш мир состоит из физической части и из духовной части. Физическую часть мы можем видеть своими физическими органами зрения, слуха и восприятия. Мы видим, что солнце дает нам свет, мы видим, что лампы дают нам свет, свеча дает нам свет. Но духовный мир, который сокрыт от нашего физического восприятия, он, этот духовный мир, он существовал раньше. Из этого духовного мира, не физического, и произошел физический. И физический мир сотворен по тем же принципам, как и духовный. Как говорят ученые, просто материя, энергия, она сгустилась до такой степени, что стала физически явной. И солнце дает нам физический свет, который мы видим. Но в духовном мире солнцем является истина. И когда приходит истина, человек получает просветление в мозгах. Ну, к примеру, банальный, простой пример, да? Там, человек попадает в ситуацию, там что-то вокруг него, что-то крутит, он не понимает, что происходит. Там одни пытаются его обмануть, вторые. И вот кто-то приходит и объясняет ему ситуацию. Смотри, говорит, вот этот хочет от тебя там деньги, этот хочет от тебя вот того-то, этот хочет. И когда человек слушает эту информацию, в его уме возникает ясность. Ах, вот оно что. Ах, вот почему идет война. Ах, вот какие цели, ах, вот кто ее заварил. Истина просвещает человека. Истина, как солнце, в физическом мире есть солнце, есть день и есть ночь. Ночь — это темно, ничего не видно, лишь луна малое светило немножечко освещает. Вот солнце —
день и ночь, они олицетворяют собой два духовных состояния. Состояние света и тьмы. Состояние добра и зла. Когда тьма, ничего не видно, ничего не понятно в духовном смысле. Еще говорят, тьма у него в голове там, или тьма у него в сердце. Он не видит истины, он далек от истины. Он не понимает, что происходит. И наоборот, свет, ясность. Утренняя звезда взошла в сердце ваше, как говорит Библия. Вот Бог есть истина. Вот свет истины есть Бог. Об этом и говорит Иисус. Я свет миру, и кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть он будет понимать, что происходит. Вы знаете, Бог иногда вводит человека во тьму. Для чего? Для того, чтобы потом ярче воссиял свет. Вот я замечал несколько раз, у меня было такое, послушаешь неверующих людей, мирских, вот они трезво говорят и разумно, а я как во тьме, я ничего не понимаю, что происходит. А потом вдруг хоп, вспышка озарения. Вот иногда Бог вводит человека во тьму для того, чтобы ярче возгорелся свет. Иногда человек в такую тьму залезет, тьму таракань, и он нуждается во спасении. И тогда он начинает взывать: «Господи, спаси! Господи, не понимаю, что со мной происходит! Господи, мучаюсь и страдаю!» И приходит свет, приходит Господь, и открывается ему. И вот Иисус говорит: «Я есть свет. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме». Бог дает ясность, Бог дает познание. Так, ну мы об этом читали, мы начинаем читать с 21 стиха. «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем“». Куда я иду, туда вы не можете прийти. Куда идет Иисус? Иисус идет ко свету. Иисус идет к Отцу. Тут эту фразу можно понимать двояко, и по плоти, и по духу. Вот по плоти ее понимать так, точнее физически, что Иисус уходит к Отцу, его распинают, да, и он уходит к Отцу. То есть после смерти человек идет к Богу. То есть туда пока фарисеи не могут пойти. Это, так сказать, физическими глазами, физический смысл. А есть еще духовный. «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем». Вот почему умрете во грехе вашем? Дело в том, что вот этот свет истины, в котором пребывает Иисус, он далеко не всем людям открыт. Он открывается только тогда, когда человек приходит к Иисусу, принимает его верой, впускает его в свое сердце, как купели. А до сей поры человек не может видеть истины. Почему? Потому что он живет во грехах. Вернее, он видит истину, как сквозь тусклое стекло, отчасти. Он способен рассуждать здраво, он способен отличать правую руку от левой.
Но духовной истины он не понимает. Вот открывая Христу свое сердце, Бог входит в него, Бог очищает его, прощая ему грехи, духовно очищает и просвещает. И человек начинает видеть. А эти люди не хотят, которые фарисеи, которые искали поймать Христа, как подловить его на чем? Они живут во грехе, им закрыто, кто он такой. Перед ними был просто человек, который непонятный им человек, который делает чудеса, обладает силой чудотворения. Ну и, пожалуй, все. И в котором они видят опасность. Опасность, потому что он претендует на их положение, на то положение, которое они занимают в обществе. Эти фарисеи, эти вот члены Синедриона. Ведь Иисус фактически истина. Иисус – это царь. Истина – это царь. Истина господствует в этом мире. Что бы ни хотел человек, какие бы козни он не строил, истина всегда торжествует. Рано или поздно истина восторжествует. Рано или поздно все тайное становится явным. Рано или поздно Господь явит себя всем, и все колени преклонятся перед Ним. Рано или поздно. Вот люди говорят, все будет хорошо. А что за этим стоит? Что истина всегда себя явит, и истина не бывает в поругании. Почему? Потому что мир погружен в истину. Бог живет в каждом человеке, как я уже сказал. Бог живет в каждой травинке, былинке. Он дает жизнь, он жизнь. И как бы человек ни изгалялся, какими бы кривые пути он не избирал, как бы он ни обманывал, каким бы идолом ни поклонялся, рано или поздно это все рухнет, и рано или поздно истина выйдет наружу. Рано или поздно истина выйдет. И вот с этой войной, вот я вчера, которая идет сейчас на Украине и в Израиле, оно все выйдет наружу. Я вчера запостил пост об унитазе Януковича. Оказывается, у Януковича был не золотой унитаз, а фаянсовый, да? А золотой унитаз – это была утка. Это был обман для чего? Для того, чтобы возбудить народ против него и поднять восстание против, поднять Майдан. И причем это было не ноу-хау. То же самое произошло раньше еще на Кубе. Обвинили кубинского одного лидера, хотели его сбросить. Что у него золотой унитаз. То есть взяли, в украинском случае, взяли вот это чужое ноу-хау и внедрили, и подействовало. И народ, не знающий истины, непросвещенный, слепые вожди слепых. Если слепой пойдет, поведет другого слепого, оба они упадут в яму, так говорит Библия. Обманули народ, вывели его на Майдан. Церкви молчали. Церкви сами были во тьме. Может быть, кто-то видел, понимал, но что, боялись, видно, поднимать голос. Да и что может сделать одна церковь? Вот если бы вместе все поклонялись Богу и знали бы истину, они бы не позволили, не было бы Майдана. Они бы осудили Майдан. Этой войны, которая есть сейчас на Украине, тогда бы не было. Люди, не зная истины, бродят во тьме. Их легко обмануть, ими легко манипулировать.
Хотя истина живет в каждом человеке. Бог живет в каждом человеке. Казалось бы, приди, возьми. Обратись к Богу, обратись за помощью. Покайся в грехах своих. Поставь его на первое место. Но нет, люди предпочитают слушать обманщиков. А их ой как хватает в этом мире, и в том числе и в церкви. В том числе и в церкви. Об этом предупреждает Библия. Много антихристов, то есть против истины. Антихрист – это означает человек, который идет против истины, который противится Христу. Вот как в данном случае противились Христу фарисеи. Вот они были антихристами. Он сказал им, Иисус говорит фарисеям, 23 стих, вы от нижних, а я от вышних. То есть я пришел от духа, а вы земные. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. То есть, если не уверуете, что я есть истина, я говорю вам истину. Если не примете меня как истину, если не последуете за мной, вы умрете во грехах ваших. Это актуально для любого времени и для сейчас. Если люди не примут Христа, если церкви не примут Христа, они погибнут. Если государства не примут Христа, они погибнут. Если не примут истину о себе. Тогда сказали ему, 25 стих, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Сущий, то есть Иегова. Иегова это переводится как сущий, звучит как тетраграмматон. Это четыре буквы, четыре заглавных буквы, Юд, Хей, Вавхей, еврейского алфавита, которые означают «Он был, Он есть и Он грядет». То есть это истина, это то, кто был, есть, грядет и будет. Тот, кто есть всегда, который живет вне времени, а если его поместить в развертку во время, то получится, он был, он есть, и он будет, и он грядет. Тот, на ком все стоит, все здание, мироздание, который пронизает собой все, благодаря которому все живет, но которого люди не познали, и потому не воздали ему славу, и потому они ходят во тьме. И поскольку они ходят во тьме, потому у них и жизнь не ладится, потому у них и проблемы с экономикой, проблемы с политикой, проблемы с жизнью, и смерть побеждает их, и болезни побеждают, и войны. Почему? Потому что они во тьме, потому что они не воздали славу, не познали и не воздали славу ему, который все это сотворил. Друзья, это же так просто. Воздайте славу ему, и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Вы увидите, как придет благословение вместо проклятия. Свет вместо тьмы. А пока у нас день сменяется ночью. Это символ того, что человек живет как бы как в зебре. То у него хорошая полоса, то какие-то годы он живет мирно, спокойно, без войны, а в какие-то годы опять темная полоса. Но в Откровении Иоанна
Богослову написано, что когда придет Царство Божие, когда спустится с небес небесный Иерусалим на землю, уже не будет больше дня и ночи, будет свет истины. Этой полосы не будет, полосы из удачи, неудачи, из мирных и бедных годов, и военных годов. Пока мы живем в периоде познания добра и зла, потом следующий период, когда люди выберут добро, раскрытие добра и прославление добра, прославление Бога. Вот так просто. Итак, от начала сущий Христос, 26 стих, «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Как и в каждом из нас живет Бог, так и в Иисусе живет Бог. Просто в чем разница? Мы пошли петлять своими путями. Мы живем во грехах. А он тот, кто не согрешил ни разу. Вот в нем воплотилась вся полнота божества телесно. В нем живой Отец. И в нас живой Отец. Но мы ходим своими путями. Мы в темноте еще во многом. Поэтому мы не видим, не понимаем и не можем делать того, что делает Иисус. Лишь приближаясь к Нему, нам дается какая-то частичная возможность делать то, что делал Он. Молиться за больных, делать какие-то чудеса по Божьей воле, с Божьей помощью. Но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. То есть Иисус всегда видел Отца, и то, что Отец, этот свет истины, то, что Отец делает, хочет сделать через Него, Иисус это делал. Духовное водительство, это называется духовное водительство. Ходить во свете. Иисус видел ситуацию и понимал ее так, как понимает ее Бог. И поступал так, как хочет Бог. Пребывал в полноте истины. 27 стих. Не поняли, что Он говорит им об Отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете. Тогда они не поняли, когда Он им говорил. А Иисус говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Что значит, когда вознесете Сына Человеческого? Ну, тоже можно понимать физически и духовно. Если физически понимать, когда вознесете, когда вы распнете меня на крест, а духовно понимать, когда вознесете меня в ваших сердцах, когда прославите меня, тогда узнаете, что это я. Что ничего не делает себя. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. То есть он говорил это с властью. Он говорил это так, что трудно было в это не поверить. Он не просто говорил, он являл это в своей речи. Люди видели ту благодать, которая с него исходила. Ту духовную силу, тот духовный свет. Они видели Бога. Глядя на Иисуса, они видели Бога. Не все, но те, кто жаждал истины. Те, кто не закрывал перед ним сердца, те, кто не замысливал в своем сердце зла против него – они в нем видели. Поэтому Бога,
Поэтому написано, многие уверовали в Него, когда Он говорил это. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть им нужно было еще научиться. Почему мы ученики Христа? Потому что нам нужно еще научиться. Есть болезнь, детская болезнь левизны, да? Но болезнь новообращенного. Когда он уже вкусил, как благ Господь, когда Господь его спас, очистил его от грехов, возвысил. И тогда человек думает, ох, какой я хороший, какой я молодец. Да я сам, как Иисус Христос. Не понимая, что это не он, что это Бог в нем так работает. А он о себе начинает мнить. То есть он еще не научен. Но он не умеет делать того, что делал Иисус. Если бы он был действительно как Иисус, он бы и мертвых воскрешал, и вино, из воды вино мог превратить, и бурю мог усмирить. И по воде мог бы ходить, но он же не есть Иисус. Иисус просто в нем. А потом, когда человек взрослеет, он начинает понимать, вот это я, вот это Бог. Он перестает путать. Хотя Бог живет в человеке. Но человек еще не достиг Христа так, как Христос достиг его. Потому мы не умеем еще делать того, что делал Иисус. Мы только учимся, мы ученики его. Поэтому к ученикам у Иисуса условие простое. Если пребудете в Слове Моем, то есть если вы будете делать то, что Иисус говорит делать, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Что такое вообще свобода, друзья? Свобода – это реальная оценка того, что происходит. Есть свобода выбора – это иное. Есть свобода для чего-то. У меня, к примеру, есть свобода пойти на работу или не пойти на работу. Да. Есть свобода от чего-то. Я свободен, допустим, от мобилизации, к примеру. Да. Или от чего-то еще. А вот есть та свобода, когда человек освобожден от греха, освобожден от невежества, от неведения, когда он все воспринимает так, как оно есть в реальности, поистине. Вот почему Иисус говорит, познаете истину, вот, познаете так, как все устроено, познаете Бога, пребывающего в этом мире, но сокрытого от многих. И вы не будете делать, когда познаете Бога, вы не будете делать от себятины. Вы будете вести себя так, как хочет того Бог, вот как Иисус вел. И вот в этом действии вы будете свободны, в этом действии вы будете блаженны. Над вами не будет иметь власти ничто другое, только Бог. Бог, который будет освобождать вас от всякой зависимости, от всякого обмана, от всякой лжи. Если вы будете держаться Бога, следовать за Ним. Фарисеи ему отвечали, 33 стих, мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда, как же ты говоришь, сделайте свободными? На это ответил им Иисус, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. То есть Иисус говорит, вы, ребята, вы рабы греха. Раб не пребывает в доме вечно.
Сын пребывает вечно. То есть время ваше, время рабов греха скоро закончится. Вы не пребываете в доме Отца. То есть вы не пребываете в истине. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Как определить, человек с Богом или человек с дьяволом? По плодам, по делам. Если вы ищете кого-то убить, как в данном случае фарисеи искали убить Христа, то, конечно же, кто ваш отец? Отец ваш дьявол. Это значит, в вашем сердце нет мира, нет истины, нет понимания и познания истины. Если вы наполнены какими-то политическими, какими-то другими целями, значит, вы не пребываете в любви Божьей, вы не пребываете во свете. Любящий брата своего пребывает во свете, да? А как вы пребываете во свете, если вы ненавидите других людей? Как Иисус говорил, вы ищете убить меня, да? Вы рабы греха. Человек, который не любит ближнего своего, но раб греха, он во тьме духовной находится. Вот почему сатана так хочет сейчас возбудить народ против народа, чтобы они воевали, чтобы ненавидели друг друга, чтобы отвлечь их от истины, отвлечь их от Бога. Сказал ему в ответ, сказали фарисеи ему в ответ, Отец наш есть Авраам, Иисус сказал им, если бы вы были бы детьми Авраама, то дела Авраама вы бы делали. Авраам был послушен Богу. Вплоть до того, что сына своего, Ицхака, хотел по Слову Божьему принести в жертву. А вы, говорит Иисус, ищете убить меня. И за что? Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам бы так никогда не поступил, говорит Иисус. Так что вы не от Авраама. Вы делаете дела отца вашего, 41 стих, отца вашего дьявола. Кто кем побежден, тот тому и раб, да, Иисус говорит. Если вы человек делает грехи, значит он побежден отцом греха, отцом зла, дьяволом. Это так просто. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал, вот как люди обольщались, были в самообмане. Вот самообман, это называется еще обольщение. Вот многие верующие, они находятся в духе обольщения, к сожалению. Да. Они думают, что они с Богом, но к ним, я молю Бога, не дай Бог, чтобы и я такой был, не дай Бог. Но к ним вполне уместны вот эти слова Христа. Ваш отец, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он меня послал. Почему вы не понимаете речи моей, говорит Иисус, спрашивает, потому что не можете слышать слова моего. Потому что сердца, в сердцах их зло и грех. И такие сердца не слышат истину. Далее Иисус продолжает 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, дьявол. И он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. Он лжец и отец лжи. Все, что уходит от Бога, друзья, вывод из этих стихов, становится ложью.
«А как я истину говорю, продолжает Иисус, то не верите вы мне. Кто из вас обличит меня в неправде?» Спрашивает у них Иисус. «Если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? Потому что тот, кто от Бога, слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вот так радикально. Духовный мир. Там свет или тьма? Кто от Бога, тот принимает от Бога. Тому открыто от Бога. Тот слушает слова Божьи. А кто не от Бога, тот не принимает, противится, ищет убить того, кто во свете и от света. На это, 48 стих, отвечали иудеи и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» О, как вот так тьма воспринимает свет. В тебе бес. Иисус отвечал: «Во мне беса нет. Но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы». Иисус не искал славы себе. Есть ищущий и судящий. Есть тот, кто ищет славу. Ищет того, чтобы люди познали славу Творца в этом смысле. И судящий. Он имел в виду, конечно, Отца. «Истинно, истинно говорю, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Радикальные слова, конечно. И вы знаете, когда я пришел к Богу, в 29 лет мне было тогда, родился свыше, во мне поселилось с тех пор четкое ощущение, что я никогда не умру. Ну, то есть я знаю, что тело мое умрет. Я думаю, так оно умрет. Но дух мой, душа моя, она не умрет. Вот я это имею ощущение с того момента, когда я пришел к Богу и родился свыше. Иудеи сказали ему: «Теперь мы узнали, что бес в тебе. Авраам умер». Их аргументы послушайте. Почему они думают, что в Иисусе бес? Потому что Авраам умер, и пророки умерли. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя вообще делаешь? Что ты о себе возомнил такого? Ты говоришь, что верующий в тебя не увидит смерти вовек. Но Авраам-то умер, и пророки все умерли. Кто ты такой вообще? Ты что-то о себе возомнил? Иисус отвечает, 54 стих. «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто». То есть, если бы за Иисусом не стоял Отец, то Иисус бы был бы просто как бы пустословом, да? «Но меня, продолжает Иисус, прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». И действительно, Христа прославляет Бог. Если у вас в этом еще сомнения, посмотрите. Из человека, которого хотели убить фарисеи, который в конце концов распяли, который пришел в Израиль 2000 лет тому назад. Сейчас кто не знает об Иисусе? Это самый популярный человек всех времен и народов. По частоте обращений к нему, по частоте упоминания его имени, по частоте поклонения. Это самый популярный человек во всем мире. Кто не знает об Иисусе? Да все же знают, за редким исключением. Правда, у него есть враги. У него есть друзья, но это Бог его прославил и прославит еще, когда люди познают Бога, и они увидят, что Иисус есть истина, Царь царей, Господь господствующий, что вся власть дана ему,
Богом Отцом. Меня прославляет Отец мой, говорит Иисус, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, но вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не, а если я скажу, что я не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Как я говорил, после того, как уверовал, разговаривал с неверующими, я им говорил: послушайте, вот вы неверующие, вы говорите искренне. Почему? Потому что вы не знаете Бога, вы с Ним не встретились. А я с Ним встретился. Если бы я, встретившийся с ними, стал вам говорить, поддакивать, что Бога нет, я был бы лжецом, потому что в моей жизни реально произошла встреча с Богом. И теперь даже хоть весь мир будет против, говорит, что Бога нет, я-то знаю, что Бог есть, потому что я с Ним встретился. Это не моя выдумка, это реальное событие, которое произошло в моей жизни. Так Иисус говорит: если я скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его, и я соблюдаю Его Слово. Авраам, продолжает Иисус, отец ваш, как вы считаете, что он ваш отец? Рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. То есть Авраам у Бога жив. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, послушай, и ты видел Авраама, который был несколько тысячелетий до Христа, до воплощенного Христа. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. И вот это четкое указание, кто такой Христос, что Христос Бог, потому что не все верят в то, что Бог, Христос есть Бог. А вот вам доказательство. Прежде, сам Иисус говорит, прежде, нежели был Авраам, я есть. А кто такой может сказать? Я есть. Только Бог сущий. Я есть. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел дальше. То есть, поскольку он был Бог, он мог делать все, пройти мимо беснующейся толпы. Ему все было подвластно. Захотел бы, он бы их уничтожил. Это Бог. Бог есть свет, Бог есть истина. На этом, друзья, мы закончили главу 8. И до новых встреч. В следующий раз мы будем продолжать наше чтение. Да благословит вас Господь.